Мангалы и костры вне закона. На территории Чувашской республики продолжается особый противопожарный режим. Кому заглянули на огонек сотрудники МЧС Чувашии и кто на этот раз попал под раздачу? В минувшие выходные прошел рейд, где выявляли нарушителей пожарной безопасности. В ходе рейда нарушителям особого противопожарного сезона сотрудники отдела надзорной деятельности напомнили о правилах пожарной безопасности, вручили памятки и провели профилактические беседы. Ведь зачастую причинами природных пожаров становится человеческий фактор. К чему приводит подобного рода беспечность, красноречиво показало огненное лето 2010 года. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в период особого противопожарного режима разведение костров и в том числе приготовление шашлыков запрещено и влечет за собой штраф. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима граждане привлекаются к административной ответственности по части 2 статьи 20.4 в виде административного штрафа от 2 до 4 тысяч рублей. Такую сумму придется заплатить нарушителям особого противопожарного режима, которые, игнорируя или не зная законодательства, решают устроить пикник с огоньком на берегу Волги. Каждый житель республики должен сделать все, что от него зависит – освободить территорию от мусора, сухой травы и прошлогодней листвы. Категорически запрещается разводить костры, сжигать отходы и тары. В избежание пожаров рекомендуется выбрасывать мусор в мусорные контейнеры.